7.00, всем доброе утро. Мой завтрак. Два кусочка тоненьких, обжаренных на сковородочке хлеба. А сверху такая намазка, такая, как говорится, гуакамоле по-быстрому. Это одно авокадо, одно яйцо, один маленький помидорчик. Авокадо вилочкой давится, а помидорчик и яйцо режется меленько-меленько. Все, добавляю. Вот буквально на кончике ножа добавил горчицы для остроты придания. И специями посыпал травы прованские. Все, и больше ничего не добавляю. Вилкой все это перемешивается, вот так намазывается, очень вкусно. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. Такая себе вертута с творогом, небольшая, сверху сметанка. И чашечка черного кофе натурального, пол ложечки сахара добавляют. 14.00, на обед у меня перец фаршированный, один со сметанкой, много фарша, поменьше риса ложите. И салат, огурцы, помидоры со сметанкой, можно много ложить. Морковочка, острая по-одесски, вот такой красивый обед. 18.00, на ужин у меня пирог мясной. 21.00, мой перекус, такая небольшая, вот, рукой накрываю, чтобы не думали, маленькая гроночка винограда, не увлекайтесь, виноград сладкий, поэтому абсолютно чуть-чуть для вкуса. Приятного всем аппетита, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.